Еще раз здравствуйте, дорогие участники выставки «Образование и карьера 2021». Мы с вами находимся в красном зале, это техническая секция. И сейчас у нас будет разговор про горное и нефтяное дело. И я вам хочу представить первого спикера. Первый спикер у нас это декан горно-нефтяного факультета Пермского политеха Галкин Сергей Владиславович. Сергей Владиславович, вам слово. Добрый день. Я представляю горно-нефтяной факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. Первое, что я хочу сказать, что этот вот статус национально-исследовательский нам был дан около 15 лет назад. Мы участвовали в конкурсе всероссийском, победили в нем. И итогом конкурса этого стал как вот этот статус, так и определенное финансирование именно научного оборудования, которое было в наш университет поставлено в итоге. И вот мы эти вот 10-15 лет активно этим оборудованием пользовались, в том числе, конечно, этим оборудованием пользуются студенты потенциальные, да, вот. Причем на этом оборудовании, оно с одной стороны научное оборудование, с другой стороны мы решаем на нем конкретные производственные проблемы предприятий нефтяного и горного сектора. То есть, ну, понятно, что Пермский край, он у нас богат природными ископаемыми, да. У нас два основных как бы, направления. Это нефтяное направление и горнодобывающее. Причем основное горнодобывающее – это именно разработка верхнеканского месторождения калийных солей. Это месторождение уникальное по меркам, по мировым меркам. Оно занимает первое-второе места как по запасам добычи этих солей, так и по, как по запасам, так и по добыче этих солей. Ну и вот, что необходимо сказать, что наш политехнический университет, то есть уже сказал, что на самом деле у нас по-настоящему уникальное оборудование. Я вот был там в Европе и скажу, что вот вообще вот без ложной скромности у нас оборудование более современное, чем в большинстве, допустим, европейских университетов. Вот у нас где-то, вот я был в Китае, где-то на уровне китайских, да, и выше, чем европейских. Вообще в Европе у них вот на самом деле в университетах нет никакого контакта с производством. Они вот там делают какие-то гранты, вот какие-то исследования, очень-очень далекие от производства. У нас совсем все не так. У нас, во-первых, работает даже вот в нашем университете большое количество людей, которые имеют производственный опыт. В частности, вот я около 7 лет проработал в компании «Лукойл», и потом я 3 года работал в Государственной комиссии по запасам. То есть большинство преподавателей как в нефтяной части, так и в горной части, они эту производственную школу прошли. Кроме этого, если мы говорим про разработку горных месторождений калийно-магниевых солей, у нас есть контакт с Российской академией наук, с горным институтом, в который тоже преподаватели приходят и именно рассказывают нашим студентам конкретные производственные задачи. Значит, вот тут показано оборудование, которое у нас есть. Еще раз повторяю, за последние 10-15 лет оно активно работает, ничего не ломается, мы его поддерживаем функционале, ну и постепенно, на самом деле, обновляем эту природную, эту базу этого научного оборудования. Вот. У нас факультет, он ориентирован не только на Пермь, но и на край, на краевые центры, там, Кунгур, Чернушка, там, и так далее, Соликамск, Березники, прежде всего. И поэтому мы нашим студентам потом предоставляем общежитие иногородним, да, оно находится на Советской армии. Там на самом деле все очень, на самом деле дисциплина и вот студенты настоящее самоуправление. То есть если кто-то что-то плохо себя ведет, студенты сами как бы вот, ну, разбирают ситуацию. И если все это продолжается, то просто как бы заключительно выселяется. Из университета мы не выгоняем. В общем, вот я хочу сказать для родителей и для самих студентов, что на самом деле мы вот в этом общежитии создали такие условия, в которых учиться, можно по-настоящему учиться. Вот. Не очень думаю вот именно о быте, на самом деле. У нас, значит, говорю, что большой контакт с производственными предприятиями, в частности, создан у нас институт нефти и газа с нефтяниками для работы, для взаимодействия с нефтяниками, институт калия для взаимодействия с компаниями «Уралкалий» и «Еврохим». Вот. Постоянно идут лекции, приглашенные из предприятий как нефтяного сектора, так и горного сектора. То есть, еще раз повторю, вот тут у нас стратегические партнеры прописаны, вот нефтянка это «Лукойл», «Роснефть», «Новомет», ну а, значит, горное дело это «Еврохим» и «Уралкалий». Ну, ну, очень коротко, да, что на самом деле у нас нефтяные месторождения есть практически по всему Пермскому краю.
Вот. Компания «Лукойл» на самом деле. Вот тут есть показан график, что так, тут немножко не видно, да, но смысл такой, что вот у нас в 1977 году был максимум добычи, потом добыча упала, а потом она снова повысилась, то есть до 15 миллионов тонн. Вот, вот здесь вот, если вести, то, к сожалению, как раз в этом месте у нас иконки с моим лицом, да. Вот, но смысл такой, что в итоге у нас добыча за последние 10-15 лет даже повышается. Почему? Потому что к нам приходят по нефтянке новые технологии, принципиально новые технологии, вот, которые позволяют разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. И понятно, чтобы разрабатывать трудноизвлекаемые запасы, необходим опыт, необходимы новые технологии. И как раз вот этому всему мы в Пермском политехническом университете и учим. Причем мы учим взаимодействие, еще раз повторюсь, с производственным предприятием. Ну вот, показан как раз пример, это гидродинамические модели, на основе которых решаются все сегодня задачи геопотехнологического нефтяника. Понятно, что чтобы вот такие модели строить, чтобы их понимать, необходимо образование, необходимо понимать физику, необходимо понимать математику. Вот. И поэтому мы ждем студентов именно тех, которые готовы, которые имеют эти начальные знания, ну, а мы их разовьем как бы и подготовим настоящих специалистов. Ну и давайте я пропущу, тут как раз примеры показаны вот этого нового оборудования, которое мы используем. Есть причем разработки, на самом деле, мирового масштаба. Вот тут пример, мы сделали так называемый симулятор инженерный, да. Вот мы, этот симулятор теперь полностью на компанию «Лукойл» поставлен на вооружение. Раньше был симулятор фирмы «Шлюмберже», который 100 лет на самом деле уже исполнилось недавно. Вот, вот мы на самом деле фактически эту фирму, как бы мировой лидер, на самом деле, вот политехнический университет для компании «Лукойл» на самом деле подвинут. То есть теперь был их как бы программный продукт, за который платил «Лукойл» большие деньги, теперь это наш программный продукт. Причем вот разработки этого программного продукта в том числе участвовали наши студенты. Ну, вот еще один там пример тоже как бы, ну, вот не буду, как, ну, вот и что еще важно, что вот есть у нас система, на самом деле, образования, как в горном секторе, так и в нефтяном секторе, когда наши, значит, партнеры, недропользователи, да, они отбирают лучших студентов, делают им план обучения, да, и они решают задачи, значит, решают задачи именно производственные, получая за это деньги. Вот у нас с «Лукойлом» такая система организованная, вот уже 5 лет идет, и я думаю, что это случай такой уникальный для Российской Федерации, когда студент, обучаясь, получает на самом деле за это деньги, вот, и потом даже у нас есть практика, когда магистратуру заканчивают, они сразу становятся инженерами, вот. Ну, в общем, как вот есть система, которая позволяет карьерный рост, как бы, во-первых, узнать производственные задачи, а во-вторых, на самом деле, ну, в общем, убыстрить свой вот этот карьерный рост компании. Ну, еще раз повторюсь, что с Уралкалием и Еврахимом системы похожи на самом деле. То есть тоже там контакт с недропользователями у нас есть. Ну, вот как раз это вот про Еврахим, что про горное производство, что тоже как бы на самом деле по всей России мы фактически являемся центром. Вот, в этом направлении, ну, вот показано, что в Якутске и в Белоруссии месторождение калины есть, и тоже там как бы возможно, и там будет наш потенциально вот этот студент в будущем трудоустроен, если захочет. Ну вот, есть, еще раз повторюсь, что у нас вот прямо вот эта система отлажена, как бы траектория развития студентов, тех, которых заинтересованы недропользователи. Ну вот это я как раз в шахте, я сам нефтяник по образованию, но вот тоже в шахте побывал, вот, скажу, что там вот абсолютно у Уралкалия условия, где вот можно, ну, то есть вот я в свое время был в шахте угольной, там, конечно, тяжело. А у Уралкалия тяжело, но созданы условия для такого труда. Еще что хочу сказать, что вот просто уровень нашего университета. Вот мы, университеты и наши национальные факультеты горно-нефтяного. То есть мы сегодня участвуем в программах, у нас уже в течение 6 лет к нам приезжают ученые мирового уровня, вот это вот был профессор Шапира, как раз у меня был проект, сейчас из Германии. Вот. Сейчас у меня идет проект с профессором Баужанбаем, который применяет там уникальную технологию, он американский гражданин, но он этнический китаец. Вот. И он к нам приезжает, читает лекции вот, при поддержке администрации Пермского края. Это уникальный проект на самом деле в России, вот, когда такие профессора мирового уровня к нам приезжают, решают задачи. Вот. И пример я привел, что вот у нас были, значит, профессора за это время на нашем факультете. И из Великобритании были, вот, из Америки, из значит,
из Германии, вот такие проекты реальные есть. Вот. То есть, в общем-то, мы университет, на самом деле, на настоящем мирового уровня. Ну и очень коротко про систему. Знаете, что есть бакалавриат, есть и специалитет. То есть бакалавриаты какие преимущества? Вы учитесь 4 года, и в принципе ваше образование, оно там в Европе как бы котируется. Они знают, что вы бакалавр. У нас варианты есть еще специалитета. Специалитет это вот по-старому инженер. Вот родители ваши учились, я учился вот как специалист. Это вот 5 или 5 с половиной лет. Ну, я думаю, что вам имеет смысл, вот есть как горные специальности, так и нефтяные. Если какие-то вопросы будут, я конкретнее отвечу. Вот. На самом деле трудоустройство у нас там по 95%. У нас все, кто хочет, трудоустраиваются. Вот нефтяники в Западную Сибирь ехать не хотят, хотят в Перми остаться. И остаются на самом деле. Кто хочет в Западную Сибирь уехать, все уезжают. Ну, то есть вот у наших специалистов, наших выпускников на самом деле... Вот и в России целят, и у нас вот были случаи, когда после нас учились во Франции, на самом деле, в магистратуре, потом обратно вернулись. Вот такие варианты тоже есть. Еще раз повторю, про конкретные специальности можно задать вопрос, можно прийти в нашу, вот перед поступлением, уточнить нашу приемную комиссию, там все на самом деле расскажут. Ну и очень коротко, вот есть, значит, мы увеличиваем постоянно на самом деле количество мест. Почему мы увеличиваем? Потому что мы хорошо обучаем, и нам государство дает больше мест бюджетных. Вот. И поэтому у нас балл на самом деле не растет. Вот. У нас не такой высокий балл проходной, потому что постоянно увеличится количество. Увеличится количество, ну, балл, соответственно, где-то на одном уровне примерно. Презентация это можно будет найти, вот баллы проходные места и баллы прошлого года. То есть, чтобы сориентировать, то есть надо сдать ЕГЭ, посмотреть, какой результат. Ну и самое главное, что изменится в этом году. Если раньше у нас, значит, было три предмета: математика, физика, русский язык, то сегодня у нас вот математика и русский язык это два основных предмета, а физика и появилась информатика, то есть тот балл, который у вас выше, он идет за счет по ЕГЭ. Это вот самое большое такое нововведение этого года. Ну вот это, с одной стороны, как бы увеличит ваши возможности. То есть я говорю, значит, важно что? Сдавать математику, русский язык, физику и информатику. И идти на наш факультет и у нас учиться. Ну и последнее, что скажу, всегда говорю, вот не надо ехать ни в какую Москву. Вот когда, во-первых, надо идти на технические специальности сегодня. Вот мое глубокое убеждение, что вот, чтобы научиться экономике, нужно максимум 2 года. Вот все наши студенты, все, что по экономике знают, они все знают. Там 2 формулы на самом деле. Вот 4 года, то есть, ну вот, можно прийти, на самом деле, на экономику отдыхать, да, вот, ну, а в итоге потом куда, на самом деле. То есть, экономистов у нас слишком много. Еще, конечно, есть вариант высшей школы экономики, куда вы пойдете, да, вот, ну, вот, кто хорошо учится. Вас там будут мучить 4 года, это вот специфика высшей школы экономики. И потом получите такие же знания, которые можно было получить за 2 года, на самом деле. То есть, первый у меня совет просто, идти на технические специальности. И второй совет, не ехать в Москву. Сегодня мир стал общий на самом деле. Сегодня не важно, что вы закончили, Москву там или Пермь. К нам приезжают эти вот ученые, ведущие в Пермь. Вот у нас с Китаем, допустим, контакт есть. Они не едут там в институт имени Губкина, нефтяной, в Москву, да. Они контактируют с нами. Потому что сегодня мир без границ на самом деле. И вот на самом деле сегодня, если, допустим, через 10 лет, может быть, в Москве было лучшее обучение, то сегодня в Перми мы абсолютно, как бы и по специальностям нефтяным, и по специальностям горным, даем образование абсолютно не хуже Москвы, но у нас есть преимущество, что у нас есть контакт с недропользователями. То есть мы решаем конкретные задачи наших недропользователей. У Москвы-то такого контакта нет. Поэтому все вам говорю, значит, сдавайте русский язык, математику, физику, информатику и идите в Пермский политех. Вот, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Сергей Владиславович. Да, есть вопросы. И я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы в чат трансляции или по вайберу, номер которого указан в описании трансляции. И первый вопрос, который интересует наших зрителей, касается размера стипендии. Расскажите, пожалуйста, какая стипендия, есть ли варианты повышенной стипендии и все, что с этим связано. Ну, то есть, вот, стандартная стипендия, она небольшая, примерно 1800 рублей. Но понятно, что, во-первых, первое, значит, можно получать стипендию повышенную. Второй вариант, есть губернаторская стипендия, это около 5000 рублей, если не ошибаюсь. Это когда вы, значит, закончили техническую специальность, у вас 225 баллов по ЕГЭ, вот, тогда вы получаете
значит, в первом семестре получаете эти дополнительные 5 тысяч, а если вы потом учитесь на 4-5, вы потом другие семестры тоже так же получаете. То есть тут нужно просто хорошо учиться, и вот у вас уже как минимум там 1007 есть. Помимо этого, если вы, в общем-то, вас заметят вот наши партнеры, недропользователи, Лукойл, Еврохим, Уралкалий, Роснефть у нас еще есть партнер, Новомед, то бывает, стипендия еще идет от них на самом деле. И, ну, и я говорил, что есть варианты, когда помимо еще этой стипендии у нас есть возможность, ну, с Лукойлом точно такая возможность есть, когда ребята работают, у нас есть такой научно-образовательный центр, и еще дополнительно там они получают деньги. То есть они обучаются, пишут диплом и получают деньги. Но я думаю, что вот насчет стипендий, вот таких вариантов, а вот вариант вот этой губернаторской стипендии есть только у нас, еще был в каком-то регионе одном, там, вот взяли пример с Пермского края, ну, не знаю, за как бы, если сейчас, какое-то время там было где-то еще. Да, у нас есть вот это вот уникальный, как бы, ну вот наш Пермский край на самом деле старается, чтобы наши ребята пермские и даже из других регионов приезжали к нам. И наши оставались здесь и трудились на благо Пермского края. Спасибо за ответ. Следующий вопрос мне очень нравится, он такой извечный. В чем разница бакалавриата и специалиста в разрезе вашего факультета? Извечная проблема, действительно. То есть вот, давайте отвечу. Значит, вот если вдруг, мало ли, вы хотите вот траекторию вашего обучения строить так, что когда-то, вот, закончив что-то, вы хотите потом, возможно, поработать за границей, там, в Европе, еще где-то, то, возможно, имеет смысл идти именно на бакалавриат, 4 года проучиться, а потом в магистратуру уйти либо там в Москву уехать условно, да, либо вообще за границу. Значит, какой тут плюс? Ну вот у нас, допустим, то есть можно получить одно образование, потом второе, немножко другое образование. И вас, ребят, ну, мужчин, да, не заберут в армию вот между этим. То есть у нас имеется, то есть отсрочка действует. Если вы бакалавриат закончили, то у вас есть отсрочка на обучение в магистратуре. Какой смысл в специалитете? Во-первых, у нас специалитет, вот у нас половина факультета – это специалитет. Это уникальный случай на самом деле. Вот. То есть вы учитесь 5 лет точно. И вы получаете абсолютно образование, которое на Западе котируется как магистратура. Вот. Какой минус? Ну, либо плюс год, либо плюс полтора года вы учитесь, да, первый минус. Ну, а еще какой минус? Ну, вот это на самом деле. Разница вот. А, второй минус, что вы потом магистратуру не сможете поступить на бюджет. Почему? Потому что специалитет – это полностью уровень магистратуры. Вот это надо понимать. То есть вы получили это образование, и все потом будет платное. Ну и, соответственно, как бы отсрочка там от армии теряется уже. То есть магистратуру вы тоже не поступите. То есть вот надо понимать, что специалитет – это то же самое, что магистратура. Но вы сразу получили, поступили на специальность, и знаете, что вот вы получите вот ее на уровне. То есть еще вот что хочу сказать, что если вот вы остаетесь бакалавром, да, и в магистратуре не работаете, если вы будете работать в маленькой компании, наверное, абсолютно это всех устроит. Но если вы идете в такую компанию, как Уралкалий или Лукойл, да, то рано или поздно при вашем движении вверх по карьерной лестнице станет вопрос, что вы бы только бакалавр на самом деле. То есть вы условно младший инженер. И возможно вам придется там заочно или еще как-то вот эту магистратуру доучиться. То есть крупные компании, все равно у них есть отдел по работе с персоналом, и он как бы следит, как бы, чтобы образование было соответствующего руководящего состава. Спасибо большое за подробный ответ. Я думаю, это многим дало представление о разнице бакалавриата и специалитета. Еще один вопрос, который хотят задать зрители. Какие виды спортивно-творческой жизни есть для студентов вашего факультета? Ну, во-первых, для всех студентов нашего университета, первое, есть вариант, значит, занятий спортом. У нас есть спартакиада, там вот есть шахматы, бег, лыжи, футбол, баскетбол, волейбол и у юношей, и у девушек. То есть вот тут, там есть перечень, там гиревой спорт еще есть, мало ли кому это интересно. Вот, то есть это есть у всех. Насчет творческой деятельности, у нас есть студенческая весна, которая тоже бывает ежегодно. И вот здесь мы тоже, КВН есть, но КВН это как бы... Мне больше нравится студенческая весна, чем КВН, давайте про студенческую весну буду говорить. То есть есть студенческая весна, которая дает возможность реализоваться вот таким вот там танцорам, певцам и так далее. Это есть во всем университете.
Ну и вот все-таки, и плюсом еще научная деятельность. То есть мы даем возможность нашим, ну это уже, я считаю, больше наш, может быть, факультет, может быть, где-то это и поменьше, на самом деле, чем на нашем факультете в университете. Но мы даем возможности ездить, во-первых, на всякие олимпиады профильные по специальностям. У нас ребята постоянно ездят в Москву, постоянно ездят в Томск. И сами мы проводим такую же олимпиаду, когда к нам приезжают в Санкт-Петербург, Якутск там и другие. В Санкт-Петербург тоже ездим. Вот. То есть три возможности. Спорт, творчество условно и наука. Все это мы даем возможность как бы тому, кто хочет дополнительно как бы здесь получить какие-то призы, награды, а с кем-то посоревноваться. Спасибо большое, Сергей Владиславович, за ответы. Я напоминаю, что спикером сейчас был декан горно-нефтяного факультета Пермского политеха. Спасибо вам за выступление и за ответы на вопросы. А мы переходим к следующему спикеру, главный специалист по персоналу ПАО «Уралкалий» Бородулина Мария. Здравствуйте, Мария, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, все слушатели. Так, сейчас я подключу презентацию, да? Да. А надо отключить демонстрацию экрана другого участника. Да. Помогите, Сергей Владиславович, пожалуйста, отключите демонстрацию вашего экрана. Получается? Да. Вот. Спасибо. Все нормально? Да. Сейчас пробую. Видно презентацию? Да, все хорошо. Еще раз здравствуйте. Всех приветствую. Мы ежегодно участвуем в ярмарке образования и карьера. Сегодня это мероприятие проходит в онлайн-формате, поэтому мы рады поддержать своим участием. Расскажу вам про компанию «Уралкалий». У нас давнее сотрудничество с университетом, с горно-нефтяным факультетом ПНИПУ, поэтому все, кто обучается там, по горным направлениям, все, конечно, приходят к нам и на практику, и в дальнейшем на работу. Теперь расскажу просто о компании «Уралкалий». Вообще, зачем растениям нужен калий? Калий – это вообще незаменимый элемент питания растений. Он повышает содержание питательных веществ, улучшает вкус, цвет и структуру плодов, повышает устойчивость к болезням и вредителям, способствует усвоению азота. А что дает калий фермерам? Высокие показатели урожайности. Главное то, что калий уникален. Человечество сможет найти замену нефти другим источником энергии, но калию замены просто нет. Поэтому в деятельности компании «Уралкалий» сомневаться не приходится. Калийные удобрения будут нужны всегда. «Уралкалий» – это мировой лидер калийной отрасли. Мы осуществляем поставки более чем в 60 стран мира. Это 20% мирового производства калийных удобрений. Ежегодно мы производим около 12 миллионов тонн калийных удобрений. 95% производимого хлористого калия используется в качестве удобрения, а 5% находит применение в промышленности. Так и в золотодобыче, в нефтедобыче, в атомной промышленности и металлургии. Наши производственные мощности находятся в городах Березники и Соликамск. Компания разрабатывает верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. В городах Березники и Соликамск Пермского края расположены 5 рудников, 6 сильвинитовых фабрик и 1 карнолитовая. Наше будущее. Уралкалий растет и расширяется. В течение нескольких лет мы планируем запустить несколько рудников и рудоуправлений. Запасы верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей оцениваются в объеме более 7 миллиардов тонн руды. Это хватит еще на 140 лет работы калийных предприятий. Мы профессионалы своего дела. В компании трудится более 12,5 тысяч сотрудников. Это управление, рудники, фабрики, лаборатории.
И в группе компаний более 20 тысяч сотрудников. В группу компаний входят такие наши дочерние общества. Это «Уралкалеремонт», «Автотранскали», «Строительно-монтажный трест БШСУ», «Вагонное депо Балахонца» и другие. Что мы предлагаем? «Уралкали» – лидер уникальной отрасли. Мы предлагаем, это площадка для реализации потенциала. Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствовать. Если вы амбициозны, ответственны и ориентированы на результат, то в «Уралкали» вы сможете реализовать свой профессиональный и управленческий потенциал. В компании действуют различные программы для обучения и развития, которые позволяют получать новые знания, развивать управленческие и профессиональные навыки. В «Уралкали» действует система оплаты труда на основе грейдов, конкурентоспособная заработная плата. По уровню средней заработной платы «Уралкали» является одним из лидеров среди производственных предприятий в регионе своего присутствия. Также у нас обширный социальный пакет. Мы заботимся об улучшении качества жизни наших сотрудников и их семей, гарантируя им обширный спектр социальных льгот. Вообще, что касается социального пакета, у нас действует компенсация на питание, это 70% скидка в столовых и буфетах компании, бесплатная доставка сотрудников корпоративными автобусами на производственные площадки, также санаторно-курортное оздоровление работников, также компания поддерживает в спортивных и в других мероприятиях работников своих, предоставляется 50% скидка на посещение бассейнов, лыжных баз. Также есть жилищная программа для сотрудников. Это улучшение жилищных условий при поддержке компании, когда компания компенсирует ставки по ипотечному кредитованию. О программе целевого набора хочу рассказать. Наверное, это интересует больше всего старшеклассников. На слайде показана перечень востребованных специальностей для целевой подготовки студентов. Мы сотрудничаем с различными вузами. В первую очередь Пермский национальный исследовательский политехнический университет, специальности горно-нефтяного направления. Это «Марчейдерское дело», электрификация, автоматизация горного производства, горные машины и оборудование, электроэнергетика, электротехника, профиль электроснабжения. Также мы сотрудничаем и с другими университетами. Это Санкт-Петербургский горный университет, Уральский федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Направления подготовки – это в основном горное дело, промышленная теплоэнергетика, геология, прикладная геология, маркшейдерское дело, инжиниринг оборудования и технологий. Как стать целевым студентом компании «Уралкали»? В первую очередь нужно будет подать заявление на конкурс управления подбора и развития, затем сдать экзамен ЕГЭ по математике, русскому языку и физике. Сейчас получается, как ранее уже сказали, что физика и информатика, какой лучший балл, тот и учитывается в результатах ЕГЭ. С суммарным баллом не менее 180 баллов. Поступить на бюджет в университет. И четвертый шаг – это заключить договор на целевое обучение. Срок отработки по договору составляет 3 года. Преимущества для студентов. Целевым студентам мы выплачиваем дополнительные стипендии от 3 до 12 тысяч рублей в месяц, включая летние месяцы, в зависимости от среднего балла по итогам сессии, начиная со второго курса обучения. Также предоставляем возможность проходить оплачиваемую практику в подземных и поверхностных комплексах нашей компании, обеспечиваем материалами для курсовых и дипломных работ. Ну и в итоге гарантируем по целевому договору, гарантируем трудоустройство на работу в компании по полученной специальности. Дополнительную информацию о компании «Уралкали» вы можете увидеть на официальном сайте компании, также в соцсетях Instagram, Facebook, ВКонтакте. У нас есть группа ВКонтакте «Карьера и развитие». Можете присылать туда вопросы, мы обязательно на них ответим. Теперь жду вопросы. Если есть. Спасибо большое, Мария. Да, есть вопросы. Секундочку, я открою Viber, посмотрим. Так, такой вот вопрос. Если после получения диплома целевой студент трудоустроился и через несколько месяцев уходит в армию, то сохраняется ли за ним его рабочее место? Интересный вопрос. Рабочее место... Конечно же, он еще не отработал свой срок отработки по договору о целевой подготовке 3 года.
Он уходит в армию, место не сохраняется, но потом, когда он возвращается после армии, мы, конечно же, его опять трудоустроим. Может быть, будет эта вакансия, может быть, будет совершенно другая вакансия, гораздо лучше. Обязательно возвращается и обязательно трудоустраивается к нам в компанию. То есть просто он на год, ну, формально он увольняется, но место за ним, грубо говоря, сохраняется. Да, потому что есть обязательства о трудоустройстве. Угу. Хорошо, спасибо. Такой вопрос. С какого курса можно начать практику в вашей компании и какие условия прохождения производственной практики? На практику в компанию мы принимаем, начиная со второго курса. Мы работаем совместно с университетами. Это вторые курсы, это в основном ознакомительная, конечно, практика. А производственная практика начинается с третьего курса. Все ребята, которые трудоустраиваются на производственную практику, трудоустраиваются на оплачиваемые рабочие места. То есть в период практики они уже являются работниками компании и пользуются всеми благами социального пакета компании. А по зарплате? То есть, по, ну, примерно вилку зарплаты можете озвучить, например? Нет, вилку зарплаты так точно не озвучу, но все принимаются учениками в зависимости от той профессии, специальности, на которую они учатся. Поэтому вилка достаточно обширная, ну, в принципе, от 17 до 25 тысяч рублей на практике, в принципе, они могут заработать. Также мы иногородним студентам предоставляем проживание бесплатное. У нас есть комплекс санаторий-профилакторий, где у нас проживают студенты на период практики. В общем, надо быть умным, учиться на горно-нефтяном и идти работать в Уралкале, я поняла. Конечно. Скажите, пожалуйста, каков срок отработки по договору о целевом обучении? Срок отработки 3 года после окончания обучения. В срок отработки не входит декретный отпуск и не входит служба в армии. Угу, спасибо. Так, следующий вопрос. Ну, вот он, я уже примерно его задавала, но вот все равно люди интересуются, сколько средняя заработная плата в компании? Ну, средняя заработная плата в компании тоже, она очень варьируется, да, в среднем от 50 тысяч рублей. Угу. Спасибо. Ну, неплохо, да, хорошо, надо точно идти до города нефтяной. Скажите, пожалуйста, есть ли филиалы вашей компании в других городах? К сожалению, филиалов в других городах нет, все производственные мощности находятся в Березниках и Соликамске. Поэтому все, кто студенты приезжают, они работают только здесь, Березники, Соликамск. Угу. Спасибо большое за ответы. Если вы не обидитесь, у нас тут вопрос есть к Сергею Владиславовичу. Я вижу, что он еще здесь. Сможете ответить? Да, конечно. Так, смотрите, такой вопрос интересный пришел. Есть ли программа стажировок на факультете в иностранных компаниях? Программа стажировок, программа кого, студентов имеется в виду? Ну да, студентов факультета. Теоретически это возможно, но, допустим, вот у Лукойла есть офис Лукойла в Версизе. Ну, как-то раз, по-моему, такое один раз было, ну то есть если теоретически возможно. Угу. То есть, значит, есть ли программа, то есть если вдруг, ну, кстати, вот на эту тему, у нас же есть иностранные студенты, и они стажируются в Лукойла в Версизе, на самом деле, часто. Которые иракские студенты, допустим, там в Ираке есть месторождение западная Курна громадная, да, которая оператором Лукойл как раз является. Поэтому у нас очень много иракских студентов здесь. Вот, у них такие стажировки точно есть. Если вдруг какой-то российский студент будет иметь контакт с компанией Лукойл, сейчас не Лукойл российский, наверное, по-другому называется, они так переименовались, вот, то это теоретически возможно, почему нет. Спасибо большое за ответ. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, какая самая перспективная специальность на горно-нефтяном факультете? То есть вопрос вот часто задают, на него нет четкого ответа на самом деле. Мы понимаем, что вот нужно все-таки понимать, первое, это как бы балл по ЕГЭ, я советую просто, смотрим балл по ЕГЭ. Если вы поступаете, то вот, ну вот в этом, то есть вот у меня первый совет, поступать на бюджет. Вот не нужно поступать на контракт. Вот все специальности хорошие, мы смотрим на самом деле вот наши возможности по нашему баллу ЕГЭ.
и поступаем, и мы трудоустроимся. Вот самые перспективные – это технические специальности. Вот не нужно идти сегодня на гуманитарные специальности. И едем все-таки в Пермь, а не в Москву. Вот я вот всем даю совет, искренний совет на самом деле. То есть время изменилось сегодня. То есть лучше учиться в Перми. Согласна тоже. Где родился, там и пригодился. Точно. Вот еще вы сказали про проходной балл. Какой вот сейчас проходной балл? Нет, сейчас-то нет, сейчас все сдадут ЕГЭ. У нас будет изменение на самом деле. Сейчас можно ставить информатику и физику. Это уже большие изменения. На разные специальности разный балл на самом деле. Но у нас, еще раз повторюсь, балл не очень высокий, потому что мы очень много принимаем людей. У нас вот каждый год идет увеличение приема бюджетного. И поэтому бывает, что и со 160 можно было поступить на какие-то специальности. Но все равно год от года они меняются. И вот я думаю, что физика и информатика в этом году сильно изменит, наверное, ситуацию. Потому что можно выбирать один предмет из двух. И поэтому разумнее все-таки сдавать и физику, и информатику. И то, что лучше получилось, то и пойдет в зачет. Угу. А скажите еще, пожалуйста, такой вопрос. Вот если посмотреть количество людей, которые поступили на первый курс, и которые выпускаются с последнего курса, то сколько студентов отвалилось в процессе обучения? Отчислили или сами ушли? У нас у всех есть такое правило, то есть нельзя, если вуз отчисляет более 10% за год, то это неэффективно работает. Вот наш факультет, у нас есть факультет с проблемами в этом плане, вот наш факультет всегда отчисляет меньше, чем 10% в год. То есть можете примерно посчитать. Это высокий показатель. Нет, ну почему? Я имею в виду высокий показатель работы, то есть не отчисления. Вот опыт многих американских вузов, когда у них доучивается 30%, кто поступил. То есть я думаю, что у нас доучивается 70-80%. Да, хорошие показатели, действительно. Я просто сейчас в процессе конференции с другими факультетами и с другими вузами разговаривали. Мне всегда цифру называли выше процент. Вот наш факультет, вот все-таки у нас контингент неплохой. У нас, мне кажется, студентам интересно учиться. Вот, ну и они понимают, как бы, что свою востребованность, мне кажется. Спасибо большое. Еще я последнее скажу, вот все-таки вот у нас очень много иногородних студентов. Вот мое мнение, что у нас очень хорошее общежитие. Вот на самом деле, где можно нормально жить, это очень важно, на самом деле. И у нас как раз из общежитий очень много людей, которые становятся, на самом деле, делают хороший карьерный рост в науке, там, в производствах, где-то. То есть вот там их учат вот правильной жизни, сами же студенты учат в том числе. Вот это плюс нашего университета. Спасибо. Спасибо большое сегодняшним нашим спикерам. Я напомню, что с нами был декан горно-нефтяного факультета Пермского политеха Галкин Сергей Владиславович и Бородулина Мария, главный специалист по персоналу ПАО «Уралкалий». Благодарим вас за участие в нашей конференции. До свидания. Спасибо. До свидания.